сядет на колени и очарует своим взглядом. Героиня нашей рубрики «Пристроим вместе» – кошка Соня породы Невская мексиканская. Она ищет хозяев, кто почешет ей за ухом и вместе с ней разделит диван. На активные игры Соня не настроена, поэтому ей нужна семья, желательно без маленьких детей. Посмотрите на кошку Соню, возможно, ее хозяином станете именно вы. Любимое занятие нашей сегодняшней героини – лежать на человеческих коленях и согревать их своим теплом. Если ваши ноги скучают по пушистому любимцу, то обратите внимание на нее. Прекрасная Соня. У меня на коленях какая-то невероятная красота и нежность. Расскажите нам, пожалуйста, про эту красивейшую кошку. Это у нас Соня. Порода у нее Невская мексиканская. Она очень добрая и ласковая кошечка. Она облюбовала у нас весь этот диван. Это только ее место, мне кажется, уже. Она сразу садится гостем на коленочки. Вот, как вы видите, сразу к вам. Она очень добрая, очень прям такая ласковая. У нее красивые глаза, очень красивые. Все гости это замечают. Она очень хочет в семью. Ей семья больше подойдет, конечно, если дети постарше. И либо вообще без детей. Так как она не очень игривая, она больше любит на коленочках посидеть, чтобы ее погладили. Она привыкла к размеренному образу жизни, видимо, от предыдущих хозяев. А известно ли что-то о ее судьбе до появления у вас? Она потеряла своего хозяина, поэтому она у нас. Есть ли какие-то проблемы со здоровьем у Сони? Нет, кошка абсолютно здоровая и готова принимать новых хозяев. Невероятно ласковая умница и красавица Соня ищет самых лучших хозяев на свете. Присмотритесь, возможно, она согреет ваше сердце своим мурлыканьем. Если вы хотите познакомиться и забрать Соню к себе домой, то срочно звоните 416-530. Ольга Бакина, Дмитрий Бритвин и Соня. Информационный канал «Город».